Только начали играть в Айон? Посетите канал Лампово Айон. Лампово о самой ламповой игре. Всем доброго времени суток, с вами Чешир, Башня Испытаний. Как-то вот я не совсем забыл, вот вылетело из головы и все тут. Хорошо, что хоть вспомнил, может ягодок каких для памяти попить, я не знаю, посоветуйте. И сегодня мы ее рассмотрим. Зачем она, стоит ли туда ходить, да и вообще чем она полезна, особенно новичкам. Башня Испытаний — это такой соло PvE данж, где вам надо преодолевать этаж за этажом с целью продвинуться как можно дальше. Ну и естественно получить как можно большую награду. Находится данж на арене Моркутана, дверь вот тут посередине, собственно, заблудиться не получится. В старых версиях вся башня отличалась. Во-первых, там было 40 этажей и таймер включался только на последнем РБ. Да и в целом она была легче. Новая же сложнее. Точнее, нет, неправильно, она не сложнее. Она тупо привязана к вашему эквипу. Как и большинство данжей 6+ версий. Сейчас в ней 20 этажей и таймер включается сразу. У вас 20 минут, чтобы пройти их все. Зайдя внутрь, вам дается 2 минуты на то, чтобы собраться с мыслями, вспомнить, что вы еще не сделали в этой жизни, и написать завещание. Да ладно, шучу, просто время на подготовку, которая вам не особо поможет. Ну а дальше, собственно, начинаются сами этапы. В каждой комнате вас будет встречать определенное количество мобов или же один мини-боссик. Их, в общем-то, и фармим, проходя все дальше и дальше. Сами мобы или РБшки сделаны по такому принципу, ну что вот только дурак не сможет заметить их сильные удары, так как все они подсвечиваются на полу. Так что избегать сильного урона по вам очень легко. А вот колупать их нет, потому что поначалу, как только вы начнете играть, вы будете очень слабо одеты и, например, в самом начальном шмоте, то есть сад обитель 5-6, ну если вы являетесь обладателем оружия мрака, то вам будет подвластно ну 5, максимум 6 этажей. Потом, когда вы приоденетесь во что-то уже более-менее приличное, сможете проходить дальше. И в принципе в таком варианте данный данж, наверное, сделан правильно, ибо стимулирует вас одеваться и точиться в ПВЕ. Как пример, я одет наполовину в фиолу и там 5 вещей эпика, лук фиола плюс 13, и то с бафом за 10 рублей мне доступно всего 12-13 этажей, на которых у меня заканчивается время. Но окей, я мог бы взять баф на арте и не забывать про камни печати, ну проходил бы дальше. Но по сути как бы это не особо влияет, потому что мой дамаг не особо мне может позволить пройти очень далеко. Вот ванилька, который точенный одет чуть лучше, закрывает уже 15 этаж. Собственно, думаю, алгоритм понятен. Лучше одеты, дальше проходите, больше выхлопа получаете. В самом процессе прохождения ничего сложного нету, как я и говорил, мобы и мини-РБшки, просто колупайте их с той скоростью, на которую способны. Не стойте в кругах или полосках атакующих вас умений и все. Единственный пока что затупок, который может у вас случиться, это на четвертом этаже, а точнее на мини-РБшке воин черного плавника. Он кидает на пол что-то типа лавовой лужи, вот в нее-то и надо встать, чтобы на вас и на него повесился дебаф под названием «Пылающий огонь». И вот только тогда начнет проходить по нему урон. Но вся сложность его заключается в том, что этот дебаф очень часто не срабатывает. Тупо просто не срабатывает. Привет, корейские друзья. То есть вы можете на этом потерять несколько минут. Как-то раз он на меня не вешал этот дебаф в районе 4-5 минут. То есть тупо просто в минус. Но по сути, пока вы малыш, вас это не особо должно парить, так как на скорость проходить вы этот данж начнете еще не очень скоро. А вот что самое главное вы должны понять, это то, что вам сюда надо обязательно ходить каждую неделю. Каждые откаты его надо посещать, дабы получать монеты испытаний. Их дают за каждого убитого вами моба. Собственно, чем больше вы их наколупаете, тем больше монеток получите. Ну и естественно, что с каждым этажом сумма монет с моба увеличивается. Эти самые монеты мы можем тратить у NPC, который стоит вот прямо перед входом в данж. А особо тут искать его не надо. И у него всего 4 позиции, куда мы можем их сплавить. Первое. Договор с миньоном ранга Б. Ну, я думаю, тут понятно, и данная позиция вообще никому не убилась. Второе. Мешок с наградой башни испытаний. Рандомный мешок, из которого может упасть. Мешок с 60-ми маг-камнями, мешок с 80-ми маг-камнями, камень заточки стигмы и рандомные мешки с самими стигмами. На самом деле, для тех, кто точит стигмы, достаточно интересный мешок. Сами стигмы из мешков
естественно, падают рандомно, плюс могут не на ваш класс. Но вот камень заточки стигмы все-таки вещь очень вкусная. Ну, третья позиция — элитный мешочек башни испытаний со стигмой. Как раз у меня постоянно спрашивают, где добывать стигмы. Вот, это одно из тех мест, где в неделю вы можете взять хотя бы одну стигму на свой класс. Правда, ну она все равно упадет рандомно. И вот то, что меня интересует больше всего, это четвертая позиция. Мешок башни испытаний с древними маг-камнями 80 уровня. Вот он самый важный по моему субъективному мнению. 80-й маг-камни в игре добывается очень плохо. А тут вы в неделю, как минимум на начальном этапе, можете добывать одну-две штучки. Понятно, что рандомно, но хоть что-то. Тут могут упасть как и нужные вам камни, так и на продажу. Ну и, конечно, хлам. Но шанс вытащить что-то ценное вроде как ровный для всего. По факту заходы всего 2 в неделю, и чем дальше будете проходить, тем больше профит. Да и занятости в игре не так много, чтобы забивать на этот данж. Тем более времени он у вас займет немного. В этом по сути и заключается вся соль. Ходите крабить его постоянно, так как других способов добычи, например, тех же стигм, пока нету. Ну, кроме снежной обители, но там полный рандом может вообще не упасть. А камни, как я и говорил, для меня личный приоритет. А тут уже дальше сами выбираете, что взять для себя. Ну и не стоит забывать, что его как активность суют во всякие ивенты. Так что еще раз скажу, малышам данные мероприятия обязательно к посещению. Всем спасибо за просмотр, спасибо Фане и Айон за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь, вступайте во все группы, обязательно приходите на стримы, и всем удачи забраться повыше на башню.